От Батголд против вьетнамские флешбеки. Голдов мы сегодня видели. Ну, в целом, давайте просто вспомним, если вдруг у нас есть зрители, которые не видели эту утреннюю катку. Как у ребят дела? Ну, как минимум, молды дарят нам эмоции. Они дарят там мемы. Мемов много с этой командой. То есть они нам показывают, что они могут сыграть как и круто, так и это круто подзалить, и потом вообще обратно вернуть, опять подзалить. То есть игры у них такие похожи на синусоиду, пожалуй. Вот, но, скажем так, пока что они занимают второе место, они молодцы. То есть игра Олдов, это вот если так вот, не знаю, провести аналогию, то ВП там что-то пытаются сделать, но они проигрывают стабильно. А ЛД, они, знаешь, как будто вот идут вот на взлет, они идут, все лучше, 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 и потом там какой-нибудь рофл происходит. Там, крутой, например, пике, кто-то вообще рассказывал. Да, крутой пике, там, ракетка гирокоптера. И вот они прикольная команда, потому что они могут выкинуть что угодно и залить любую катку в любой момент. Это реально вот ребята, за которыми интересно смотреть. Они как Eternal Envy, только там вот Envy был один. А их пятеро. А их там, да, их там побольше, чем один. Ну, четверо, наверное. Побольше, чем один. Вот, больше, чем один точно. Окей, хорошо. Ну, Вильхиор, по крайней мере, лучик света. Не сказать, что в темном царстве, но за ним... Иван, допустим, тоже за ним приятно смотреть. На год часто тоже отыгрывает стабильно. В целом, у команды есть перспектива, получается? Не знаю, потому что они этим составом играют уже долго. Соответственно, мы уже можем говорить, есть у них перспектива или нет. Пока что за последнее время они никуда не вышли. Знаешь, перспектива чего? Вот это попадание вопрос. На крупные турниры. Давай с попадания начнем. Вот попадание, да. Ну, попадание, в принципе, учитывая, что у нас вот многие бывшие тир-1 команды играют вот так, типа NATO с Винцер вылетели, ВП в шаге от чего-то, от непопадания на мейджор, да. То да, они как бы в шаге от выхода на эти ивенты, но в целом сейчас у нас СНГ стенд такова, что походу мы боремся только за выходы. Вот только за выходы. А дальше там топ-16 тента, топ-12 тента, и все. Это наш предел. В 2019 году. Не, ну смотри, события могут развиваться по, ну, зеркально. То есть по ходу сезона, допустим, у нас не будет никакой команды, которая будет занимать призовые места на турнирах. Все-таки сезон долгий, много миноров, много мажоров. А потом к Интернешнл кто-то форму наберет, приедет и наподобие, не знаю, команды OG вдруг так оп, и все. Знаешь, должна быть предпосылка к тому, что кто-то набирает форму. Тут согласен, да. Так, да. Тут я есть, могу взять тут есть команду, момент, тут как человек, который... И мы скажем, давайте мы тоже форму сейчас наберем. А что, никто ж не пробовал? Смотри, как человек, который в свое время в нужный момент набирал нужную форму, я могу сказать, что форма набирается, когда играешь против сильного оппонента. Сейчас мы видим замесы СНГ команд, и смотреть на это грустно. Вот вообще, что происходит по игре, это грустно смотреть, и вот от таких игр форма наберется не сильная. А когда наши команды сталкиваются с сильной командой, там, Team Secret, допустим, условно говоря, то обычно наши команды распадаются. Вот там, допустим, гамбиты были, они были в шаге от выхода на The International в прошлый раз в игре против Alliance. А теперь что? Теперь один игрок ушел, второй игрок ушел, там что-то уже, там какие-то неразборки, да, хак, он сидит, ну, как бы вообще ни в одной из команд, хотя у него там 4 топовых аккаунта по ММР, он как бы реально, там вот мы с ним общаемся, он реально шарит, но его даже никто не рассматривает, походу, он нигде не играет. И вот у нас СНГ-сцена такая, что как только... Наши ребята встречают сильных оппонентов, все, минус команда. Слушай, я абсолютно согласен, что надо играть против сильных соперников, но если даже против средних и слабых команды испытывают проблемы, почему бы не поиграть сначала с ними и не найти, каким образом можно их побеждать? Ну вот сейчас в квалификациях нет такого коллектива, который может однозначно вынести всех. Там некоторые люди по 10 лет играют в доту. Сколько им еще нужно времени искать вот, ключик, чтобы побеждать там тир-3 команды? Ну, этот вопрос вот можно команде, например, Old Bad Gold задать, потому что в там действительно Old. Прям в лицо. Не вот эти вот вопросы. Что вы думаете? Там, как вы оцениваете турнир? Там, как вы тренировались? И ему просто говорит, все нормально, все хорошо, все отлично, все замечательно. И все, это все интервью. Ты бы, кстати, Димон, не думал интервьюером? Я был бы жестким интервьюером. Ты бы был великолепным. Я бы разваливал, но я уверен, что ни один бы игрок ко мне на интервью никогда в жизни не пришел, вот, потому что да, я бы правильно находил слабые места каждой команды, каждого игрока и спросил бы, допустим, Арзика. Вот пришел бы ко мне на интервью Арзик. Мой первый вопрос, ну что, братан, вот скажи, вот ты топовый драфтер, ты просто всех аутпикаешь, но почему твоя команда тебе руинит, руинит твои божественные пики? Почему? Что не так? Допустим, вот такой вопрос. И вот подобных вопросов было бы очень много вот из этой серии. Но я на 100% уверен, что никто никогда в жизни бы не пришел ко мне на интервью. Никогда. Ну ты попробуй как-нибудь. Может, найдутся сильные личности, которые смогут тебе что-то противопоставить. Если что, друзья, я этим личностям чем-то помочь, наверное, смог бы. Я смотрел ваше интервью, честно говоря, вот там твои интервью или еще кого-то интервью. Ну, давай. Обычно их вырубаю там, не знаю, на 3-й-4-й минуте, потому что все вот эти тривиальные вопросы, это неинтересно, это скучно, это провал. 10 лет я слушаю одно и то же. У нас все нормально, все хорошо, мы тренируемся, мы стараемся, мы нервничали, вот, и это слушать
Неинтересно. Предложи альтернативу, Дима. Ты же вот, у тебя есть светлые мысли в так голове. Я говорю, мне нужен Арсик, пожалуйста, его пригласите ко мне, я ему начну задавать вопросы. Да, хорошо. И я бы это делал в лайве, чтобы нельзя было резать. Все, интернет запомнил, друзья, Арсика будем ждать в аналитике, и где бы то ни было вообще. Вот хоть у этого столба, пусть приходит к нам, вот Дмитрий, он всегда здесь, всегда бодрствует. Будем ждать, надеяться и генерировать великолепный контент с участием Light of Heaven. Драфты, первые карты на ваших экранах уже, давайте. Кстати, когда вот взяли Магнуса Инжанера, почему, собственно, Акса не пикнули сразу же, взяли Вайда своего, что тут очевидный Акс против этого. Вот, но, судя по всему, у них реально вот заготовочка. Вот, он побеждает, Александр. Войд побеждает. И когда Войд побеждает... Он как-то со скрипом у них побеждает. Да, но он побеждает, Александр. Но, а эти люди давно не побеждали. Может быть, без скрипа? Нет, я смотрю, как вообще, в принципе, команды, они уже рады, что они, в принципе, побеждают, и неважно, со скрипом или без, им все равно. И главное, что они уже побеждают, и главное сейчас вот сыграть то, чем они выиграли до этого. Когда ты, допустим, играешь там 10 игр подряд Вайдом, и реально ты побеждаешь, но как-то вот 11-ю катку, у тебя уже рука автоматически тянется в сторону Вайда, вот прям сразу. Я, так кем будешь Вайдом? А? Вайдом. Ты спрашиваешь Илюхи, Илюха, кем будешь? Типа, Вайдом. Илюха по-любому Вайдом, ты что? На самом деле, это абсолютно симметричная ситуация была у вышеупомянутых Нави ровно год назад как раз, во время первого минора. Все матчи подряд просто на первый пик заезжал Войд. Можно, пожалуйста, вингу сейчас? Найс, наконец-то я дождался. Объясни, Саша. Больше ауры. Я дождался. Бешеный скеллинг, просто нереальный. Ну, это Магнус, Джаггернаут, Пауэр, Магнус, да, аура винги, криты Джаггернаут, он там так будет критовать. И самое главное, это старый забытый герой против Вайда. Потому что ты прыгаешь, ставишь сферу, туда как бы винга типа этого героя местами меняет, и стоит сама там, и все. И при этом раньше и умирать было неприятно, а сейчас даже если умираешь, остается. Ты как бы уже что-то продолжаешь делать. Поэтому винга против Вайда герой, ну, нормальный, она не метовая, конечно, она по многим параметрам уступает, но конкретно против Вайда она юзабельная. Это лучше, чем вообще не иметь ничего. Любопытный факт, который необходимо, я считаю, озвучить. Команда «Вьетнамские флешбеки», друзья, на данный момент идет со статистикой 2 победы, 2 поражения. И все бы ничего, но эти 2 победы — это все те же технические победы. То есть игры сыграны не были. А знаешь, что бы я предложил, будь я на месте Old But Gold? Я бы сказал, пацаны, а давайте я Вайдом просто сыграю на тройке, соберу вам Владмир, буду просто ставить хрону. На линию приду против Джаггернаута, постою там точно хорошо, потому что Джаггернаут против Вайда на линии стоит плохо. А вы, в общем, сейчас добьете героев, чтобы выиграть Магнуса, Джаггернаута, Вингу. То есть, не знаю, условно, допустим, Террор Блейда и Спейсера на мид. Вот что-то такое. И вот этот выглядит сильно, потому что у Вьет Флэшбэкс нету никакого магурона, такого мощного бурстового, чтобы убить Террор Блейда. Он здесь нажимает кнопку, сразу куча аур появляется. И под сферу как бы он тоже может реально набить. Только не очень верится, что Old But Gold все-таки такую ротацию проведут. Ну, слишком уж им нравится играть с этим Вайдом. А я сейчас за косплей Илюху скажу, Саня, я сколько там выиграл? 2 игры на Вайде? Я и 3-ю выиграю, все. Иди ты к чертовой матери со своим проблемом. Я скажу, там винга, Илюха, сватнет. А? Я говорю, там винга сватнет. Говорит, Саня, я поставлю хроносферу и на Джаггера, и на вингу. Ага. Ну, Илюха обычно так говорил, ты же помнишь. Ну и вообще никаких проблем не у них преград никогда. Там дровка, там клуквертки какие-то, там, помнишь, там прыгают, убивают, да дровку мне, и я пошел. Ну, он брал дровку для нас. Он брал не для того, чтобы заточить, он брал, чтобы ауру дать. Да, я понимаю, но брать ее тоже желательно, конечно. Это ситуативно, она, ситуативный герой. Omni Knight. Это хороший, кстати, вариант. Ну, это, кстати. Omni Knight очень хороший вариант против всего этого, если он будет успевать нажимать на кнопку. То есть Кей. Как же это называется? В общем, аганим на Omni Knight, пока выигрывает игру до нулифайера Джаггернаута. То есть весь этот урон, эмпауэр, аура винги, минус броня, этот Omni Slash, вот это все. Если Omni Knight нажимает свой ультимейт с аганимом, вообще поровну на весь этот урон и решает только магический урон. А магического урона здесь мало. Я бы сказал, что пока Omni Knight круто. Шикарно смотрится, кстати, в этом, да, пике, при условии, что он успеет собрать нужные артефакты и возьмет левел. Вот это тот пик, который мы хотели примерно в прошлой игре. Да. Omnic, Void, ДП. Да. То есть, судя по всему, мета эволюционировала в то, что Omnic и Void — это сильная комбинация. Как изначально был Omnic Sven, поняли, что сильно, потом поняли, что Omnic Slark сильно, теперь мы видим, что это Omnic Void. Потому что Вайда убить без этого статус резистанса, с учетом того, что ты его там на 700 хп хилишь, он отпрыгивает, себе регенит, то есть там нереальное количество получается вот этого
от Хила. И тут даже у Мнинайт на позиции Кори смотрится понадежнее, чем инициатор, поскольку был бы он на троечке, у него там игра может не пойти, его там могут напрячь, там разные причины, и у него будут большие проблемы с тем, чтобы просто поставить ультимейт, а здесь он на кор-позиции, сейф-линии, просто выходит, ставит ультимейт, у Мнинайт нажимает на ГА, залетают духи ДП, и они реально здесь убивают вообще все. Единственное, что меня смущает, что хорошо показывают эти игры, это то, что в командах очень сильно не хватает вот таких вот мерзких героев, то есть если на Миносмоде, который я обозревал, там все время в драфт залетал герой, который игру ломал. Бруда, Тимбер, там, не знаю, да. Арквайд, Мипарь, да. То есть нам здесь, допустим... мы вообще сдаваться хотели, когда мы видели этих героев. Да пошел ты к чертовой матери там. Еще играть против такого. Здесь, допустим, залетает Бруда, у я что-то флешбэк смотрел, Гернаута. Ты не представляешь. Это сильно уже. У нас был хвост, вот хвост стоял, играл против Тимбера на пашке. Его там просто гоняли, убивали. И когда ему сказали хвост, короче, там что-то поломалось, мы сейчас заново будем играть. У него, знаешь, это просто, ребят. А заново, при том, что они у него просто был шок в этот момент. Вот этот момент надо было слушать его, но, к сожалению, трансляцию вырубили, поэтому никто ничего не услышал. Они уже знали, что на 10-й минуте этого Тимбера в пятером убивает, наверное, минуту. Вот реально минуту, без шуток. И мы знали, что мы не сможем убить. Мы, в принципе, хотели сдаться. Как бы, ну, потому что нас, к сожалению, закрыли ласт-пиком. Вот. Вот. Но во второй игре, которую они переигрывали, было все еще хуже. Они уже знали, что с ними будет, но было еще хуже. Пак. Короче, за ребят справа. Я тоже, потому что Пак здесь точно не выигрывает лейт-гейм. Пак не вывозит ДП в лейте. Ну, она если врубает ультимейт, я вообще пору на эту Пак. То есть, в принципе, игра прощается в квест убить Джиггернаута. Убил Джиггернаута, все, остается... Вот если была Бурда вместо Пака, я бы за левую затопил. Да, но как бы пока Джиггернаут один... И вот один в поле не воин. И задача его избиения, она действительно здесь не выглядит сложной. Я честно, вот по последним играм в целом у меня складывается впечатление, что нет такой стадии игры, на которой Пак способен выиграть игру. То есть он персонаж не потому он ему нужно просто собирать догон 5 и как-то вот пытаться хотя бы магический урон носить, потому что если он вдруг будет сыграться на сейв, да, то вот получится реально, что урон вносит только один Джиггернаут, такой хороший увесистый урон. И здесь Джиггернаута закрывает Умминайс ГА и войд хроносферы. И очень сложно обойти. Хотя, подожди. Тут можно на паке зарашить Аганим и через свап сыграть. Вот. Ну, это... Вот можно. Это можно. Вариант, Александр. Это вот можно. Но Аганимов было мало на этом турнире. Хотя они могли выигрывать игры. Ну, тут просто венга. Их вообще никто не собирал. Тут просто венга. Тут она как бы располагает к этому, потому что иначе они никак не выиграют. С вот этой комбинацией хотя бы есть шансы. Но Дима правильно сказал, что здесь по урону они никак не вывозят. И это та причина, почему ни Пака нет в мете, Дарксир пропал и так далее. Аналитики посчитали драфт справа сильнее, то есть команда Old But Gold, по их мнению, провела эту стадию лучше. Давайте послушаем наших комментаторов, которые проведут вместе с вами эту игру. С вами по-прежнему Джем и Дахак. Да, спасибо большое. У нас там родился вопрос как раз к аналитикам. Кого вы последний раз видели Аганим на Уминайте? А сегодня был. Было разве? Да. Каким слотом? Каким? Третьим или четвертым проиграли. Шах и мат. Окей, как скажете. Кто собрал? Мы мутанты. Спасибо большое нашим аналитикам. Идеальное анализирование игры. Да, игра обещает быть интересной. Посмотрим, как Пак справится со своей задачей. Опять же, мой сукастер не оценил последний пик. Сказал, что Пак смотрится не очень хорошо. Он будет очень мобильный, но у них проблемы с уроном. То есть, если этот пак не выиграет мид-линию, а у них плюс-минус наравне эта мид-линия, то есть пак должен быть огромным и спейсить. И не знаю, как это в этой игре зарешает. То есть Джайгер, очевидно, будет АФК фармить, возможно, выходить на товара, если все хорошо. Пак в это время должен будет спейсить, кэча на пака 0. То есть он выпрыгивает из хроносферы, станы, соответственно, тоже не работают. Но если, не дай бог, он один раз поймает стрелу в миде, ДП его не простит. Да, все верно. Так, что у нас? Алды пошли в смоке расставлять вижен, плюс, возможно, как-то навязать драку. Ну, пока видимо, что. Мидвард хочет. Рейндж против рейнджа. Ну да, пока что ванскор воткнул, и его тут не спалили. Да, возвращается обратно вниз. Внизу три героя команды Old But Gold. Вильхиор сегодня устраивал просто невероятную игру. Точнее, на... Правда, не на Миране. На Миране у него первая не особо пошла, но он тоже там был хорош. А вот на Феечке он прям исполнял очень хорошо. Но он на этих квалах точно неплохо играет. Но в этой команде, конечно, он прям блистает. Да, да. Очень сильно смотрится. Или Дан на своем коронном войде. Да, там даже коронная связочка лучшая в мире, про которую уже много мемов сложили. Это Войт и Лидан. Посмотрим, как в этой игре сложится игра у него. А возможно показать статистику винрейта на войде? И статистики.
Не знаю. Это была бы очень интересная статистика. Так, у нас тут борьба за баунти руны. Иллидан против троих, но в итоге вынужден уходить. Снизу две заберут себе алды, также поровну баунтосы. Окей, первой крови нет. Расходится по линии. Ну, единственное, что у Вайда сейчас линия точно будет хорошая. Магнус с фейкой почти ноль прешер отстают, потому что фейка проигрывает Джакира. И Магнус должен проигрывать Вайду. Хоть у него и атаки побольше, атак спид поменьше, армора поменьше. И возможностей не так много. Насчет бота тоже достаточно равный матчап. И в миде равный матчап. То есть тут плюс-минус кто как сыграет. Так, и вот если он сможет убить эту курицу, это будет очень решающим. Ну, я не вижу, чтобы курица как-то двигалась. Пока что Ванскор понимает, что да, можно уже, точнее, пора уже улетать обратно на линию. Внизу у нас Вильхиор будет помогать БЗЗ. БЗЗ тут будет ставить против Джиггернаута и Винги. Здесь все понятно. Джиггернаута сложно будет напрячь. Бладфьюри все-таки имеется. Как бы какой-никакой иммунитет к станам тем же. Но, опять же, это нужно среагировать еще, успеть на стрелу. Ну, она сейчас помедленнее летит. Ну, да. Я думаю, проблем не составит. Хотя для меня это вообще первая игра для Viet Flashbacks, которую я лично смотрю. Поэтому будет интересно. Ну, я их видел за ними в целом. На самом деле неплохо. То есть плюс-минус есть какие-то стратегии у мидера. То есть он что-то показывает. Нонграда периодически хорошо отыгрывает. И четверка более-менее. Так, Кингер. Но получал здесь урон. Или да, он идет до конца. Ноль. Нет. Башиков. Да, башиков ноль. Но, с другой стороны, следующий точно должен вылететь. Смотри, вот сейчас да, удар. Да, псевдорандом. Давай. Следующий либо через один. Вот, оп, вот, вот. Здравствуйте. Выпрыгнул. Тот самый баш. Да, все верно. В миде у нас противостояние пака. Ровно, ровно. Да, пока все ровненько идет. Ну, здесь для ОД немного, для ДП немного получше, потому что у нее сейчас на два крипа больше. Но вообще в целом по игре кто будет посильнее, Пак или УД? О, ДП, заразил меня, ДП. Да, да. ДП. Ну, тут в чем прикол? Ни один, ни другой другого не убивают. Ни один, ни другой другого. Ну, это да, я имею в виду именно в тимфайтах. Ну, как-то ДПшка посильнее, мне кажется, смотрит за счет своего ультимейта, с ней пушить попроще и как-то драки проводить. Сифоны, плюс, опять же, трудно убить. Можно какое-то количество ХП втанковать. Тут очень решает реализация первых ультов ДП. Возможно, даже не первых двух, а именно самого первого. То есть под ее первую ульту, под эту катапульту, должны стянуться два саппорта как с одной стороны, так и с другой. И если этот файт будет провален для ДП, соответственно, у Пака игра в миллион раз будет лучше. Если наоборот, то... Стрела. Стрела. От Вельхиора залетает внизу. Возможно, неприятная. Будет первая и, кровь. Да, и будет... Еще один удар. Да, БЗЗ забирает фраг. Отлично, отлично сыграно. Ну, здесь Вельхиор уже раньше начинает включаться, потому что вот сегодня была игра у Алдов. Там как-то у него намирание, ну, где-то минут, первые минут 8-10 не особо шло. Он там вроде бегал по линиям, не везло со стрелами. Вот. Здесь мы видим, что уже сделал фраг. Отлично. Кстати, без базилки играет. И он идет снимать вар, да? Mm-hmm. Да, он с тапочком, да. Он видел, как поставили... Нет? Да. Должен да. был быть. Ну, по идее, радиуса не хватает, да, я так понимаю? Нет, хватает, хватает. Он просто его не видел из-за деревьев. Если он прочекает, то он будет знать. То есть он в смоке тогда приблизительно понимает, где у противника вар. И... Чуть-чуть не хватило. Но, опять же, это не феечка. Это Мирана, там все-таки доля рандома присутствует. То есть, ну, это была... Очень близкая стрела. На топе Ванскора немножко просадили, но Грата, двойной башек, здрасте. Неплохо. Ну, я, кстати, как и говорил, Магнусу будет посложнее. Ну, так оно пока и есть. Окей, в миде начинает ДПшка немножко вырываться вперед по фарму. Даже видим, не немножко. 21 на 10. О, да, слушай, что-то Пак очень сильно подпросел, 13 на 3. Если бы он еще и умер, это было бы фиаско. Да. Особенно учитывая, что ДП берется на 21 пик, а Пак на 22, то есть закрывающий. Это немного странно. Он видел. Угу. Так, ну что, еще руны иллюзии. Он же видел. Нет. Нет? Нет, он на лоу-граунде находится. Нет, когда он спускался с хайграунда... Вроде там... нет. Эх, там скоро этот опс пропадет, и денежек не получишь. Неприятно немножко, конечно. Вильхиору лишние денежки не помешали бы. В это время на топе... Опа, минус Иллидан. Это немного странно, учитывая, что минуту назад ситуация у него была лучше. Выстрелит или не выстрелит? Должен кидать по идее стрелу, потому что позиция... Да! Эх, опять! Опять рядышком просвистела стрела, но немножко не хватило. Фласку принес себе Пак, отхилялся, Вильхиор возвращается обратно на свое... Давай, давай. Ю.
Линию. Это такое фиаско. Блин, ну реально там один шаг, и это плюс голда. Там еще пару секунд осталось Варду стоять, этому скоро упадет. Эх. Ну, баунти в топе будет драка за баунти. В боте Мирана пытается перекликать, и она перекликала. Да, и Вильхер еще вторую должен забирать там. Ну, или, по крайней мере, алды. Это уже неплохо. И уже две баунти руны для алдов, и еще одну сейчас заберут у себя. Иллидан почему-то без стиков на этой линии играет, но ладно. Да. Ну что ж, получается, по баунти рунам 3 в 1 ситуация. Отлично сыграна от Вильхера. Да, Вильхер тут опять просто отыгрывает за себя и за Сашку, как говорится. Ну и игра продолжается 1-1. А, продолжает фармить хорошо Джиггернаут на линии 30 на 3. У него тут пока статистика. Он не погибал, в отличие от Войда. И поэтому дела у него обстоят получше. Тут на топе опять нападение на Ванскора в этот раз. Курсит Краун потрачен был в Брамбл Мейсе. Ну, пусть не наступил, но его подвезли в Брамбл Мейс. Причем по двум. Да, и Ванскор погиб. Иллидан, ему тоже больно. В Шаду Реалм прячется пока что у нас свечка. Кингер до конца здесь уходит Иллидан на таймволке. И на этом драка заканчивается. Кидывает себе реген. Джакира 100% нажимает ТП в топ. И сейчас будет реализация ульта ДП. Причем он не будет юзать в миде напротив пака, он бежит в инвизи в топ. И это очень важно. Если сейчас еще Войд подбайтит на то, чтобы на него напали... Так, но сейчас будет байтит, нападение. Он байтит, да. Да, есть нападение, а тут Нонград уже присасывается год, пошел ультимейт, получает стана за счет того, что притянул сюда Винга. А Винга и получает тоже еще один сифон. Винга погибает. Год довольно битый наполовину. Года могут сейчас пробить, пак идет до конца. Года нужно как-то спасать, еще и ультимейт потратили, да, год погиб. Какой-то провал. У него всего было два сифона, один он потратил в Магнуса, который был далеко, второй на саппорта, и он все равно пошел дальше. Да, странно, и из тиммейтов никто не мог ему помочь, потому что пока что мало слишком тут всего. То есть первая реализация ульта, она была достаточно отвратительная. Учитывая, что он настолько сильно мид выиграл, это плохо. Так, ну Вильхер продолжает ромить на своей Миране, видимо, у него три обсервера, сейчас нужно грамотно все поставить. А этот тоже парень не видит, да, я так понимаю? Да. Вот это везение. Да. Ну, это все тот же самый сентрик, который, возможно, Мирана заберет. Так, ну, Вильхер пробежался по чужому лесу. Кстати, здесь вот эти агрессивные варды алды очень часто ставят. Так, Фишман. Вильхер все еще не подставляется, возвращается но обратно. Но Фишман его увидел, и он должен понимать, что Мирана не просто так угадает с вардом тут ли, бегает. Угадает ли с возвышенностью, на которую поставил? Ну, у него все еще сентриков нет, и он почему-то не несет себя. Ну, в квикбай есть. В любом случае. А стакать будет, я так понимаю, сейчас у нас Винга. Да, но мне кажется, большой он не застакает, потому что Мирана туда либо подойдет, либо большого там убьет. И Мирана просто большого убьет. А, он не застакался. По-моему, он подошел в область. Возможно. Там надо альт зажать. Так, ну ладно, только один стак удалось сделать. Иллидан здесь продолжает фармить. Кингер на экспу пришел. Поворовать еще крипов, может быть. Курсит краун, неплохо. Не задоджил. Не задоджил, кстати, да. Кстати, Иллидан, наверное, один из первых людей, кто вообще показывал, как доджить мантастайлом разные спеллы и так далее. То есть, ну, насколько я помню. Ну, ракетку у него не получалось. Может, последнее время, знаешь, у него что-то случилось уже. Возможно, не та реакция уже. Его будут пытаться через РП убить. Да, подтянули к себе поближе, но есть таймволк. Ванскор рядышком, если что, подстрахует. Ну, дэмэджа, если что, у них очень мало. Это оффлейнеры, два саппорта. Если бы сюда перетянулся Джаггер, вероятно бы они просто тауэр забрали. Потому что у Дайер урона тоже не очень много. У них единственный, кто может дамажить, это ДП. Ульты у Джакира, очевидно, нет. Войд с руки не бьет. Джиггернаут немного задержит. РП по двоим, неплохо. Брамбл Мейс, есть стан. Мне кажется, Вайда, да, ноль шанс убить. Они... скоро можно попробовать. Они... Шаду Реалм, тычка, хроносфера на развороте. А вот и год с ультимейтом отлично врывается. Выживает Ванскор. Очень больно Винге. Винга отправляется в таверну. Но Нонграта нужно бежать. У него маны нет. Есть 10 стиков. Если что, поживет. Пак здесь неподалеку. Дримкойл также имеется. Набегает Вильхиор. Ломается Вижн. Хорошо. Пак идет до конца за Ванскором. Ванскора забирает. За ним прыгает Иллидан. Вильхиор на перерез. Стрела. Да, залетает стрела. Но Пак имеет шифт, если что, попробуй спрятаться. Саленс, нет, даже не стал ничего делать. И погибает еще и Пак. А Кингер тоже достаточно битый. Все еще есть ультимейт у ДПшки.
правда, первого левела, не так много урона от него. На самом деле очень странно, начиная с того, что они пытаются напасть в этого Вайда. Но сейчас будет драка. Ой, хорошая стрела залетает по Кингеру, и сейчас можно забрать еще и баунти руны. Прям под этот фраг. Две сверху точно забирают алды, снизу поборется БЗЗ, и это 4 баунти руны для алдов. Ух! Неплохо. Но опять же, все очень странно начинается. Во-первых, Джаггер не перетягивается. Во-вторых, почему-то нападается Вайда. Они даже Джакира не смогли убить, да? Втроем. То есть у них урона на Джакира не хватает. Они Вайда пытались до этого убить. Потом Пак почему-то не ставит ульту на Вайда. То есть он бы выжил 100% даже стрелу. И он не попытался нажать ни фейрик, ни стики, ничего. То есть он просто безыдейно как-то умер. И если опять же этот Джаггернаут останется на своей линии, а вот он наконец перетянулся в топ, и наконец он решил правильное действие сделать. Так, Пак продолжает фармить. У Пака пока что не густо по артам. Два нулика мы видим. Джаггернаут, да, на топе, получает эмпауэр на себя, но он еще и стаки там зафармил. Здесь все хорошо. Он не слышит мейт с первого левела пока что. И что не дальше? Грыжные стики плюс Яша какая-то будет? Да, Яша и Вероятно. Меридан опять нападение, свапают. Крушит Краун, Брамбл Мейс. Ну, тут слишком много всего. В итоге Лидан опять отправляется в таверну, по-моему, второй раз в этой игре уже. Ну, на этот раз сюда пришел Кор. То есть, если бы они сделали то же самое, но 3 минуты назад, они бы без террорайза это сделали. Так, в это время внизу. Подстанили немножко Кингера. Кингер прячется в Shadow Realm, нормально. На топе забирают у нас тавер безответно, без сопротивления. Это еще плюс денежки. Внизу пока что драка. Внизу драка. И, кстати, могут сейчас забрать, по-моему, Пака. Пак успевает уйти вроде на арбу. Дримкойл был потрачен от него. Начинает манцевать, прячется за елками. За ним бежит БЗЗ. БЗЗ, Purification ли? Нет, не успевает. Пак успевает уйти. Но тут Год. Год уже караулил, вышел из-за леса и забрал его. Ну и можно тавер забирать, благо экзорцизм откатил. Так, ну что, еще один тавр в копилку команды от Old But Gold. И это еще плюс денежки. Наверное, 1200 сейчас уже будет. Нет. Ну, в любом случае, почти. Тут фишка в том, что Omni-Knight топ-1 Networks — это большие неприятности. Иллидан перегоняет вражеского мидера, перефармливает его всеми способами. Интересно, что он будет в этой игре собирать. Ну, обычно там ПТ, что у него, ПТ-молнии какие-то. ПТ-2 в Райсбенд, да. Но это пока. Но, видимо, никаких медасиков не будет. Опять молнии выходить, дальше БКБ, Мьёлнир, ну и там по ситуации. Ну, Вильхиор хотя бы в одной игре, но должен иметь больше нетворса, а то он всегда рядом со своим керри, но так ни в одной игре не перегнал там. 200-300 золота. Ты веришь в Вильхиора, что он там на своей четверочке станет полноценным кором, да, к концу игры? Ну, он, вероятно, магическим будет, причем это не будет Аганим, это будет Юла, чтобы ловить того же самого Пака. Он не может уйти в шифт, если идеальный тайминг. И он получает хрона на Паке. Оп. Так, хроносферу уронили. Вильхиор занимает позицию. Стрела попадает по крипу, к сожалению. Но Паку очень больно. Также больно Лидану. Вильхиору тоже больно. Пак успевает уйти. Довольно битый, но живет. Да, немножко не повезло. На самом деле у него был либо один лип, либо он зажал второй. Потому что с одним липом... Да, у него был в кулдауне лип. То есть был только один лип, и он не мог другую стрелу дать. Ну окей. В любом случае не получилось сделать фраг алдам. Можно отступать обратно. Игра продолжается. Но это важно, потому что Джаггер в это время камбэкает. То есть у него и так было неплохо, но он не был топ-1 нетворсом. И сейчас. Так, у нас, кстати, нападение на Ванскор. Ванскор сейчас застанется. Стрела. И соло-фраг от Кингера. И он получает больше, чем уровень с этого. Да, как-то слишком Ванскор загулял. Окей, тут еще также продолжает выфармливаться леса. Да, мы видели, насколько силен Джаггернаут с Магнусом в команде. Уже показывали, и у нас позитив Гайс, как хорошо играть с этим. Потом Гамбит подхватили эту стратегию, тоже показали, как можно выиграть. Ну да, хотя в данный момент, мне кажется, Джаггернаут именно как герой, он не очень сильный. Слушай, а Джаггернаут играет не через Яшу, а через быстрые диффуза. Диффуза первым... Итомом с Магнусом? Да, да, да. У него уже почти готовый остался себе. А, донести только осталось. На самом деле, я вообще думал, что он даже манту сделает первым итомом, потому что там есть саленсы. Да. И это было бы очень приятно. Ну и плюс две иллюзии всегда тоже приятно в Статы. Драке. Статы. Да. Ну, посмотрим, как он с диффузами. Просто Юл на ДП будет.
будет ГА на Омнике, этому нечем помешать. Блинка на паке еще не скоро будет. То есть там 500-600 голды ему остается. Ну, посмотрим на реализацию. В любом случае, там выход есть от алдов. Они на топ отправились. Moonlight Shadow, летит стрела. 4 баунти для алдов. БЗЗ идет вперед, получает Cursed Crown, достанет его далеко. Никто его за это не накажет. Да, забирают баунти-руны все. Очередной раз, кстати, алды, напоминаю, что это уже второй раз, когда они забирают все баунти-руны, отдают в жертву ванскора. Ну, оно, наверное, того стоило. Все-таки заработали больше. Ну, на самом деле, учитывая 4 баунти и то, что игра была в равне... Да. Опять я неграмотный. Нормально, продолжай. Мне надо на курсы сходить, я неопытный. В равной ситуации. Игра была в равной ситуации. Плюс-минус там максимум 1000 была. У Джаггера были такие боевые диффуза. То есть они ему прилетели там на 15-10. И они проигрывают 4 баунти, это печально. Угу. Так, ну Грата пока что в миде. Подпушивают немножко. 2 брейсера у него, плюс арканы, грифсы. Дальше будет себе собирать мека. Там вроде там уже готово, да? Тут у нас Юл на феечке. Внизу у нас пак. Уходит Элидан. Элидан купил себе уже Джавелин. И что, ему летят молнии, да, я так понимаю? Там должен быть Митрил Хаммер, по идее, в курьере. Плюс ну, грейшные вообще стики. Там стики показываются. Ага. Окей. Ну, тороплю немножко событий. Не так много денег у Элидана. В очередной раз. Ну, 16-я минута. Да, не время для молний. Ну... Что там у Вильхиора? 4300. У него, вероятно, скоро Юл будет. Там и... смог. В любом случае, от команды Олд отправляются они в чужой лес. И сейчас, возможно, будет драка. Там плюс подпушивается лайн. Он разревелил. Нет? Нет, они на тавр выходят, я так понимаю. А да. Почему тогда пак спрятался? Ну, вообще, у пака сейчас нет ресурсов, и им очень неприятно будет драться. Так, ну, Грата идет вперед. Ну, Грата получает саленс, сифон. Ну, Грата поднимает ветра. Айспас на ход. Макропира туда же. Омни слэш, Гвардиан Энджел. Хорошо, год живет. Выживает год, а Блэйд Фьюри бежать теперь Джиггернауту, потому что ему достаточно больно здесь будет. Его опять посадили на сифон. Только сейчас приходит драку Элидан. Хроносфера у него имеется. Он ее пока что не ставит. РП было потрачено. Хроносфера по двоим. Хорошо. И можно забирать Вингу, можно забирать сейчас Магнуса. Пак упрыгивает. Пак живет. Винга погибает. Это уже минус 2. Пока работает экзорцизм, можно подпушить еще и Т2 на этой линии. Почему бы нет? Пак попытается, конечно, как помешать. Прыгает за ним Элидан. Прячется в шифт. Айспас уже поздно. Хилинг вард сломали. Хорошо, отлично сыграно Вильхиор. А ну, Вильхиор делает грифсы. То есть они просто будут очень жирные. Да. Таур падает. Стрела. Стрела летит прямо в Джиггернаута. Элидан просто не поверил, мне кажется, своему счастью. Айспас, хорошо, Purification, еще пара ударов, да, Джиггернаут погибает, он успел нажать, конечно, Блэйд Фьюри, но этого не спасло. Ну, вот это как, вот неприятная смерть. Как ожидалось, диффуза немножко не помогли в файте, самую капельку. Угу. Он, конечно, выжег всю ману у ДП, но, думаю, смерть и Омни Слэш того не стоит. Да, Омни Слэш был раскастован по факту, только там Омни Слэш пошел сразу же ГА, и в целом там себя отлично чувствовал год, там сифончиком присосался, восстановил ХП и нормально. То есть там урона крайне мало было. Поэтому, окей, 6000, внезапно уже перевес за командой Old But Gold, стрела очередная, цена Вильхиора так на шару, вижна не было, но вдруг в кого-то попал бы. Дабл дэмэдж также в наличии имеется. Грифсы уже почти готовы, остался только рецепт. Смог покупать сейчас вьетнамские флешбеки. И, возможно, пойдут в атаку. Вот, кстати, у Омника линза. Как я хотел на ДМе видеть в игре против ВП. Причем довольно ранняя линза, без Солара. Так. Это очень интересно. Тавр забрали. БЗЗ идет вперед. Пак в это время запрыгнул там. Но в, у них Омнислэша нет. У Мислэша нет, с другой стороны, нет хроносферы. Но против хроносферы есть сейф. А против... Ну, конечно, есть Guardian Angel, но, опять же, ты без маны останешься, если он будет нажат не вот так вот в ДП, который все раскастовал, и эта мана уже не нужна. То есть, из хрона просто свапнут. И тебе достанется пятерка Винга с нетворсом 1500. Так, ну что, у нас старая мета возвращается, да, на ДПшку? Аганим после Юла.
Я помню, когда только Аганим там вот этот ввели новый, то он вообще ферст айтемом залетал. Ну да, это когда просто пробовали. На самом деле потом все стали после юлов. У тебя не хватает манорегена. Аганим тебе дает статы, но он не дает тебе манорегена. Вообще ноль. То есть только от этих 10 интеллекта. Это очень мало. И это ТП, соответственно, сейчас будет нереально жирное и нереально много урона выдавать. У нее, конечно, армора пока мало, но рано или поздно там будет либо Шива, либо БКБ, и будет проблематично. Так, ну на 20-й минуте поровну законтролили баунти руны команды, и мы видим, что в целом ситуация, конечно, по контролю баунти руны лучше у команды Олд в разы. Ну, чуть-чуть всего в 3 раза. Чуть-чуть всего. По количеству баунти почти в 4 по голде. Да. Ну, а в это время в ETF пытаются запушить топ Т2. И сейчас работает... будет Хроно. Хроно. Да, есть Хроносфера, там довольно битый Джиггернаут. Его сейвит Винга. Хорошо, но Винга точно в таверну. Джиггернаут успевает прожать Блэд Фьюри, нужно бежать. Омни Слэш, если что, имеется. Вот успеет ли он его нажать, вот в чем вопрос. Сайленс, Омни Слэш. Ой-ой-ой. Хорошая комбинация, но тут Шрайн, также Гвардиан Энджел. Вроде бы РП было, Омни Слэш был, но все это дело законтрил мистер Умнинайт. В итоге погибает еще у нас и Нонграта. Но если бы Шрайн не нажали, ману бы он выжег. То есть... А вот... Ну а урон? Да. Вот урон, да. 700 урона просто за драку от Джиггернаут. Это просто копейки по сравнению с той же ДП. Поэтому драка провальная, конечно, от вьетнамских флешбеков. Очередная. Тавр так и не добрали на топе. Возвращается на свою половину Джиггернаут. А в это время алды, недолго думая, идут на Рошана. Поймали здесь Вильхиора. Вильхиор пока что в ветрах летал. Вильхиор живет. Не знаю, учитывая, что Джиггернаут фармит под Магнусом, его перегоняет вражеское ДП, а он еще и берет себе талант на 20 мувспида на 10-м. То есть это такой жадненький талант. Угу. 5 статы это всегда верочно хорошо, а 20 мувспида, если у тебя все очень хорошо. Но мы смотрим на него, кажется, у него все не очень хорошо. За игру он нанес, вероятно, урона меньше, чем Войд. Вероятно, потому что у меня Найт, наверное, в другой команде, конечно, меньше, в любом случае, да. Но если бы Джаггер тут был бы большой, вот у него, не знаю... Это Айсберг, да? Да, это Айсберг. Mm-hmm. Это у них такая аватарка. Я понял. Причем на заднем плане война. Как, да, как раз Вьетнам. А, да. нет, даже нет. По форме похоже на Вторую мировую, если честно. На советскую какую-то. Ну, в любом случае, они это... Ну, это нормальный такой рофл. Да, да. Я понимаю. Окей, там пауза небольшая. Дисконнектнул одного игрока, ждем, пока вернется обратно. Ну, короче, в этой игре Джиггернаут хоть и играет против Омни Найта, но если он на той же самой 7-й минуте или раньше идет к этому Войду, у которого там нетворса в 2 раза меньше, идет, сносит ему вышку, покупает манту на 12-й, и вот на вот этой минуте он с мантой, диффузами и ультимат арбом, ему ульту даже юзать не надо будет. Его не пробьют, и он просто всех будет шатать. Так, ну что, игра продолжается. Да, пауза снимается. Действительно, все еще преимущество за командой Old But Gold. Ничего не изменилось за время паузы. Ну и давайте смотреть дальше, что буду делать. А в итоге у него 0-1-1. И... Ну вот у нас количество урона, кстати. За игру, да, 4-6. Слушай, даже феечка больше надамажила, чем Джиггернаут в этой игре пока что. Ну, Винга, конечно, да, могла и побольше, чем 1-2. А Джиггернаут отстает. А волной там можно надамажить. Mm-hmm. Отлично отыгрывает, кстати, Ванскор. Мы видим количество сломанных вардов. Mm-hmm. Ну и ждем каких-то действий командных. Я так понимаю, ждут кулдауны свои сейчас алды. Там нужно дождаться хроносферы, дождаться... Они уже Мунлайт нажали. Экзорцизма и попробовать кого-то найти. Да, побежал вперед Вильхиор. У него грифсы уже также имеются в наличии. Но он все с себя снимать сможет. Это армор, это хил. Ну, это... ну, команда как бы. Да, это очень... Приятный артефакт. Жесткий сустейн для команды. Так, год в миде. Но год понимает, что его трудно будет забрать в любом случае. Если что, подстрахует Ванскор плюса... Плюс Омник, который с линзой стоит всегда в позиции. Тем более есть Аегис. То есть ДП, даже если она один раз умрет... Это не такая ДП, что она нажала ульт, она все бесполезна. Это ДП с Аганимом, то есть.
Так, ну и Лидан тем временем забрал тавр внизу. Ну что, экзорцизм откатил, хроносфера есть, да, можно идти. Есть экзорцизм от года. В это время сплит-пушит, правда, Джиггернаут, он тоже на хэкграунде, но он там один. Тут как бы побыстрее вроде бы должны пушить игроки команды Old Bad Gold, потому что все-таки экзорцизм. И они даже, учитывая нажатый глиф, все равно делают да, быстрее. Да, тавр упадет точно. Есть смог от команды Viet Flashback. Саленс накинули на Нонграту, чтобы не дал, не дай бог, РП. И Т3 упала. Т3 упала, можно отступать. Может быть, на развороте кого-то подцепит еще, летит пак. На самом деле, это очень опасно для Radiant. Лучше бы Джаггер остался кушать. Так, Джаггер идет в Году. Они не пробьют. Грызается, но Год, да, живет. А вот она и хроносфера по Джаггер четверым. Ой-ой-ой. Погибает Винга. Сразу байбек. Есть РП по двоим на развороте. Это Нонграта. Там же Dreamcoil, Террорайз. Гвардиан Энджел. Отлично. За счет этого живут. У меня слэш был потратен. Погибает только сейчас Вильхиор. Драка продолжается. Лидан тоже фуловый. Не выбили даже и Аегис. Погоня теперь за Кингером. Кингер делает ТП. Нет, не делает, потому что залетает айспас. Кингера должны забрать. Заберут еще и Вингу. Винга свапается с Кингером. Но это его не спасает ни в коем случае. Это еще один минус. Еще один байбек тратит Кингер. Возвращается обратно. Забрали Джиггернаута. Отлично. Забрать бы как-то Пака и Нонграта. Нонграта завез на хайграунд БЗЗ. Но БЗЗ вообще плевать. Он очень плотный. Могут забрать Нонграта. Нонграта пока что встанет. Нонграта тоже погибает. Просто конвейер какой-то начался от вьетнамских флешбеков. Они умирают по одному. Правда, Элидан сейчас тоже погибнет, судя по всему. Да, так и есть. Ну, теперь можно отступать. Поймали БЗЗ. БЗЗ получает Саленс, делает ТП, понимает, что сбить нечем. Да, и успевает улететь. Нормально. Ну, если бы у Лидана была манта, а не первый скилл с кулдауном, возможно, он бы задолжил стан. Или хотя бы не прыгал в противников под этим станом. Но тут очень много вопросов, начиная от того, ну, что да. Почему Джаггер вообще летит. Опять же, ТП, она с аганимом даже без ульта полезна. Если бы он до конца бил этот тауэр, туда бы кто-то тпшился, его тиммейты в это время цепляют, и вы в большинстве деретесь, либо они теряют сторону. Это логично. Но вы проигрываете, вы не можете драться от слова совсем. Все твои умнислэши в игре летят в Guardian Angel, наносишь 0 урона, ты выжигаешь ману. Замечательно. Ну да, все верно. Если он это сделал в четвертый раз, ну это конечное. То есть все умнислэши были нажаты да. В Guardian Angel. Нападение на Вильхиора. Вильхиор, Guardian Грифс, Террорайз, наступает Брамбл Мэйс. Ну, заберу, скорее всего, да. Здесь, конечно, не выжить никак. Ну, даже стики не успел нажать, да, слишком много да. контроля. Потратили, конечно, это два ульта, но это все равно стоит того. Ну, Вильхиор богатый да, как-то парень. 500 да. голды, за это дает. Молодцы. Так, в это время Год внизу продолжает фармить, все еще Эгис, но Эгис скоро пропадет. Скоро появится Шивас Гвард. Там 20 секунд осталось. Да, да, Эгис заканчивается, появляется Шива. Можешь Райна позабирать пока есть возможность. И мне кажется, учитывая его третий ульт, Мирана ресается, они отпушивают топ и идут бот. И попробуй ты останови эту ДП. Нолграта идет вперед. Ничего не может сделать, прыгает Иридан, у него имеется купол также. Брамбл Мейс или Дана пока что контролит там БЗЗ, накидывает на него Хевенли Грейс. Все хорошо. На самом деле очень интересно идет Нонграда вперед. Но он уверен в себе. Винга. Ну, может, свап, может быть. Может, Винга тоже уверена в себе. Но у нее Аркейн Рун, типа, там все дела. Ой-ой-ой, Пака подловил Вильхиор. Ой, айде Вильхиор. Ответочка. Просто. Да, ответочка. И это соло килл четверочки мидера, если что. Неплохо сыграно, да, даже тапнули, мы видим. А, типнули, и из-за этой смерти у Пака становится меньше денег, чем у Лидана. Да, и это так. А, хорошо, преимущество все еще держится в районе 10 тысяч преимуществ за командой Old Bad Gold. И алды идут на нижнюю линию. Я так понимаю, хотят накинуться на бараки. Или что? Или, может быть, атом забирать-то особо нечего просто. Да, да, они пойдут на бараки. Нет. Наверное, бараки можно забрать. По какой-то причине Джаггер не бежит в топ пушить, чтобы была ситуация, как в прошлый раз. Джаггер по миду бежит. Там Т2 все еще по есть. По миду, но все равно это далеко. Пачка только на центре, тут она уже подходит. То есть они успеют снести, да. он максимум Т2 снесет, все. Алдам это в любом случае на руку разменять бараки чужие на свое Т2, это норм. Так, ну что, есть заход, подходят крипы, пошел экзорцизм. Стрела разведочная полетела, никого нет. Ну и все, развалит сейчас страна, потому что глифта нет, защищаться нечем. Вся команда за спиной, Moonlight Shadow прожали, Джиггернаут уже здесь, барак продолжает падать, стрела не попадает, РП. Mm-hmm. В
Вода, хроносфера. Здравствуйте. Он не слэш успел нажать, правда, Жиггернаут. Из плюсов нужен ГА. Но БЗЗ там пока что стоит, его контролит пак. Хорошо, есть байбек от Магнуса, вернется обратно. Винга байбека не умеет, не имеет. Упала в итоге нижняя линия. Драка продолжается. Вот он ГА как раз таки в кастован от БЗЗ. И сейчас будут погибать игроки команды в Yet Flashbacks. Да, но Грату просто не выпускает также из стана. Джиггернаута не будет еще 90 секунд. В живых остаются только два героя. Пытается феечка вместе с паком хоть как-то тут что-то сделать. Получает феечка айспас. Кингерд тоже в таверну. Трипл килл. Good game. И на этом игра заканчивается. Ну, хотя бы последний файт они попытались хоть как-то провести. То есть не было ульты в Omnislash. Они придумали свап, придумали РП увести подальше. Но, к сожалению... И этого было недостаточно. Но вы уже столько файтов проиграли, что это просто невозможно. Вы чисто физически не можете пробить. Да, такая была немножко даже до поры до времени вязкая такая игра, какие-то, значит, с перетяжками и так далее. Надеялись мы, ну, на какие-то вылазки, возможно, от Yet Flashbacks, но ничего не было. Но Алды все... просто, мне кажется, на скеле переиграли. Ну и опять же Вильхёр. Вильхёр просто красавчик. Каждую игру Алдов мы отмечаем, что он просто и на своей линии сделал, и в мид пришел, там помог, и потом вообще под конец и мидера убивал в соло. Ну то и... есть ему нет равных, мне кажется, да. По крайней мере, в этой команде. Команде. Вот как-то так заканчивается. Но это опять же БО2, ничего страшного. Можно камбэкнуть во второй карте. Но что-то мне слабо в это, правда, верится. Сможет ли команда или Дана, или Епифцаева? Ну, как ты говорил, Рая, до этого, я надеюсь, что рано или поздно наступит момент, когда Вильхёр будет фармить примерно так же, как и Лидан, да, в игре, да. Это будет еще дополнительный. Нет, примерно пор. Так же уже есть, надо, чтобы больше. Чтобы больше было, ну ладно. Более детально и подробно для вас эту игру разберет студия аналитики. Нашим комментаторам. Эта карта, друзья, была судьбоносной, какой и является в целом вся эта серия. Победа команды Old But Gold, она увеличивает шанс того, что Virtus.pro не смогут в итоге побороться за путевку куда бы то ни было. В общем, сейчас команде Old But Gold надо проигрывать вторую карту, чтобы Virtus.pro имели хоть какие-то шансы. Но они, конечно, этого делать не будут. В любом случае, разберемся, что будет во второй карте, еще все впереди. А у нас смена в составе студии аналитики. К нам прямиком с Игромира присоединился Ярослав Инес Кузнецов.